внимание. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Снова все это будет, мы будем ездить на БЭД, будем возить детей, будем возить учителей. На БЭД мы смотрели оборудование, потом мы его смотрели в лондонских школах, потом мы его закупили себе. Но что меня удивило, если первые годы БЭД в основном представляли оборудование для учебного процесса, то с течением времени на БЭД стало одним из приоритетов оборудование, которое размещается в рекреациях. Пространство рекреации надо сделать тоже обучающим, развивающим. А как вы думаете, у меня как у руководителя было много тех, кто сопротивлялся этим изменениям? Конечно. Да. Мне кажется, у такого руководителя, как вы, вряд ли не сопротивляешься. Нет, вы знаете, нет, сопротивление есть. Просто вы понимаете, как? Либо человека мы убеждаем и обучаем, да? Либо человек уходит сам, либо мы с ним прощаемся. Все это мы переработали как практики. Ну вот так вот, иногда можно доделать то, что не успел или забыл. Записываю отзыв на фоне своей школы, вот видите, она такая небольшая. Что касается того, какое влияние оказало ваше выступление на мою дальнейшую жизнь. Так вот, хотелось бы привлечь финансы для того, чтобы, собственно, ее расширить. Потому что школа коррекционная, все-таки дети требуют особых каких-то... Ну, у них есть особые нужды, которые необходимо удовлетворять для того, чтобы им было тоже комфортно. Вот, помимо этого, я еще пересмотрел взгляды на то, что есть ли карьерный рост в школе. Но до вашего выступления я думал, что не хотелось бы мне быть директором или завучем, потому что растут обязанности, зарплата не особо изменяется. Поэтому, собственно, для чего тогда это нужно? Учитывая то, что ничего не меняется. Сейчас я думаю, что вполне возможно что-то изменить. И все это в наших силах. Поэтому я очень надеюсь, что вы все-таки отправите, и я еще успел к тем методичкам и книжкам, которые вы там рекламировали. Надеюсь, что я смогу их получить, несмотря на то, что поздно отправляю свой отзыв. Но было бы очень приятно и был бы очень благодарен. Ну, посчастливилось, по-другому это не скажешь, побывать на мастер-классе блестящего управленца, замечательного человека и просто потрясающей женщины Каримовой Диляры Салиховны. Она провела блестящий мастер-класс. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, это блестящий оратор. Во-вторых, манера подачи. В-третьих, содержательная сторона подачи. Ну и, конечно, безусловно, вот этот пласт эмоций, который... Вот прошло буквально 40 минут, а я еще отхожу от эмоций. Поэтому, безусловно, это спикер с большой буквы. Но самое главное, это управленец нового времени. Это управленец 21 века. Это руководитель, который живет своей профессией, руководитель, который живет своей организацией, руководитель, который сделал все от него зависящее, чтобы его организация была самой лучшей. Низкий за это поклон. Но самое главное, я для себя как потенциальный управленец, потенциальный директор учреждения, школы, я открыл для себя то, каким... Нет, не так, не каким мне надо стать, а к какому стандарту управления мне нужно стремиться. И вот по моему вот абсолютному убеждению, хотя вот мы с уважаемым спикером вот пересеклись в первый раз, я убежден, что Диляра Салиховна – это стандарт, золотой стандарт управленца нового времени, которая не боится инноваций, не боится новаций, не боится изменений и который идет ногу со временем. Это самое главное. Я буду стремиться быть хотя бы на йоту таким управленцем, как уважаемый спикер. Поэтому огромное спасибо
Огромное спасибо, что вы с нами поделились секретами своего успеха. Огромное спасибо, что вы с нами поделились своим жизненным энтузиазмом, своим профессиональным энтузиазмом, своей энергетикой. Безусловно, я могу с уверенностью сказать, вне зависимости от того, какой у меня будет результат на конкурсе, я уеду с огромным багажом. Багажом эмоциональным, багажом профессиональным и багажом личностным, а знакомство с таким замечательным спикером. И надеюсь, что в скором будущем я смогу сам приехать в замечательный город Казань, абсолютно прекрасный, абсолютно инновационный город, и побывать в этой замечательной школе. Мне посчастливилось поприсутствовать на практикуме, где был представлен опыт работы лицея 146 города Казани «Ресурс». Вопросы взаимодействия бизнеса и образования как никогда актуальны сейчас, поэтому так ценен опыт, который был представлен сегодня Дилярой Салиховной. Я искренне надеюсь на нашу новую встречу уже на полноценной стажировке. Двери Дворца на Ленской всегда открыты для вас. От себя я хотела бы выразить огромную благодарность Диляре Салиховне за ее вчерашний мастер-класс для нас, как для молодых специалистов, молодых управленцев, молодых работников образования. Выразить свое восхищение ее деятельностью как директора, ее вдохновляющей речью, ее новаторскими мыслями, за то, что она подарила для нас действительно такие ценные уроки управления школы, да, несмотря на то, что я преподаватель, для себя я тоже отметила многие моменты, которые хотела бы, чтобы реализовались в моей школе и чтобы нашли отклик у моих коллег, да, чтобы передать им этот опыт. Речь была очень вдохновляющей, даже не только как для педагога, а как для женщины. Для меня в сфере образования эта речь была очень ценной и заставила задуматься о том, что если мы хотим что-то воплотить, мы можем воплотить все наши мечты, все наши желания, были бы у нас действительно цели перед собой. Очень понравилось, как вы мастерски, энергично все делаете. Я была поражена, такого вы руководителя в каждую организацию, в каждую школу, это было бы плюс для всех. И больше всего мне понравилось это, как вы все-таки смогли в своей школе добиться, чтобы у вас в столовой было разнообразное питание.